Сегодня утром на 83-м году жизни скончалась выдающаяся актриса Людмила Максакова, которая считалась народной артисткой России и признанной звездой советского кинематографа. Ее талант и преданность традициям вахтанговской школы сделали ее поистине великой. Людмиле Максаковой посчастливилось работать рядом с театральными легендами и признанными мастерами кино. Ее имя стало синонимом непревзойденной актерской игры и исключительного мастерства. Одним из ярких моментов ее карьеры была роль в музыкальной комедии «Летучая мышь». Сценарий этой ленты был создан с учетом прекрасных способностей Людмилы Максаковой, и она воссоздала образ современницы Иоганна Штрауса с неподражаемой точностью. Ушедшая актриса оставила неизгладимый след в истории отечественной культуры и искусства. Ее вклад в советский кинематограф и театральное искусство является незаменимым и неповторимым. Людмила Максакова была не только профессиональной актрисой, но и настоящей хранительницей и продолжательницей традиций вахтанговской школы. Мы скорбим по Людмиле Максаковой и выражаем глубокие соболезнования ее семье, близким и поклонникам. Ее талант, уникальность и безупречная актерская манера будут помниться нам навсегда. Пусть земля будет пухом этой великой актрисе, которая оставила свой яркий след в истории российской культуры. Друзья, вы можете поставить палец вверх под видео в знак памяти народной артистки. Здоровья вам и вашим близким!